Метеоновости. По информации Курского гидрометцентра, с 12 по 20 января в области средняя температура будет на 2 градуса выше нормы. Но все же плюса в ближайшие дни не предвидится. Ночью с субботы на воскресенье столбик может опуститься до 12 градусов. Днем до минус 4-9. Существенных осадков до вторника не прогнозируют. Потом усилится ветер и пойдет снег, а температура начнет повышаться. В конце декады метеорологи обещают 1,5 со знаком минус.